Трагедия в Красноярском крае России. Здесь разбился вертолет Ми-8. На борту были 3 члена экипажа и 15 вахтовиков-нефтяников. Все они погибли. Уже известно, что Ми-8 задел винтом груз другого вертолета. В нем никто не пострадал. Полет выполнялся без диспетчерского сопровождения, значит, ответственность за расчет безопасных расстояний и выполнение всех маневров лежит на пилотах. На месте крушения обнаружены бортовые самописцы. Установлено, что судно принадлежало компании «ЮТР» и было исправно. Борт прошел предполетный осмотр. Возбуждено уголовное дело.